Кстати, сколько я живу в Голландии, 17 лет, чем дальше, тем это становится как-то более, знаете, прямо кричаще, можно сказать. Я не специалист, я не знаю, хорошо это или плохо. Что вы об этом думаете, напишите в комментарии. Привет, мои дорогие! Сегодня будет необычное видео. 27 июля, на удивление, солнечный летний день в Амстердаме. Говорить мне на самом деле довольно тяжело, потому что 4 дня назад, 5 дней уже, я поставил элайнеры, и речь, она немного невнятная, и я сделал это только потому, что меня стали хейтить на YouTube в комментариях, друзья. Но это будет отдельная тема. Если вам интересны мои зубы, ну подпишитесь вы на мой канал и следите, что будет происходить. Я выдвигаюсь сейчас в центр. Скорее всего, поеду на метро, чтобы было проще. Это наша станция метро Норд. День, судя по всему, действительно будет солнечный и жаркий. Очень необычно для Амстердама. Это у нас метро в Амстердаме. Случайно увидел, опять дорогу здесь перекрыли на целых 2 недели. Это очень часто, это постоянное явление в Амстердаме, к сожалению. Это вызывает большую массу неудобств на самом деле. Тут пройти буквально полминуты до паромов. Но на самом деле, чтобы теперь пройти, нужно обходить 10 минут. Увы, это случается постоянно и случалось постоянно все те 17 лет, что я живу в Нидерландах, что в Амстердаме, что в Роттердаме, повсюду просто. Вот начало этого марша, прайд-марша, мы встретили своих знакомых, они там идут. Прикольно, прикольно. Это пока еще не совсем прайд, это просто прайд марш. Марш, посвященный там, не знаю, какому-то освобождению или борьбе за свои права и так далее. На самом деле, я пока не знаю, что тут происходит. Вот. Народу на самом деле немного. Вот встречаются всякие разные такие персонажи. Что будет дальше, неизвестно. Но опять же, повторяю, это не прайд. Это просто прайд-марш, и народу немного. Прайд он будет через неделю. Это огромное событие в Амстердаме. Может быть, 100-200 тысяч человек будут в центре Амстердама на лодочном параде. Тут кожаные люди, кожаные мужики стоят. Как позже я узнал, это событие было посвящено протесту, который произошел первый раз 25 июля 1977 года. И некоторые активные граждане Нидерландов требовали отменить какой-то закон криминальный, который запрещал отношения между людьми одного пола. Народу постепенно прибавлялось. Становилось веселее. К сожалению, кушать и пить я не мог из-за элайнеров. Если правда, то первое ошибочное представление, что людей немного, оказалось действительно ошибочным, потому что чуть позже людей стало очень много. Атмосфера приняла более веселые оттенки, звучала музыка, некоторые люди пускались в пляс. Потом все пошли, ну и мы пошли. Вот, кстати, Free Palestine, демонстрация вклинилась. Они часто так делают, чтобы обратить на себя внимание. Очень громкие на самом деле люди.
мы, в общем, мы стоим, пропускаем их, потому что они нереально громкие. Ну, вон они опять идут. Идем уже где-то час, пока что конца не видно, но заканчивается этот марш в Вондел парке, а дальше будут разнообразные партии. А здесь Асил Зукерс, то есть рефьюджи, беженцы, тоже отдельная демонстрация. Так, это уже конец этого марша, конечный пункт Вондел парк. Все это закончится каким-то парти здесь в Вондел парке. Пойдем посмотрим. На самом деле у меня получилось такое небольшое полулюбительское видео о Pride March в Амстердаме в 2024 году. Я рад, что вы досмотрели это видео до конца и буду благодарен, если вы напишите собственный комментарий по этому видео. Пока-пока!